Так, русский язык. Снимаю немножечко. Как-то очень странно. Звук у нас тиховато, качество. Ладно, мы оставим как есть, мы тут ничего не будем. Да, обычно. Бля, разочаровал, конечно, момент этот в игре. Пиздец, сука, руки отрывать ублюдкам, которые такое говно придумывают. Просто ебаные твари. А, двойной прыжок сразу здесь. Nice. Ну, типа, как будто в комиксе. У нас комик-зон, короче, чуваки. Блин, как обидно, что вот хорошие игры так плохо делают иногда. Это пиздец. Такая хорошая игра могла бы быть, если бы не была так бездарно плохо сделана. Чего я должен нажать? А. Серьезно? А почему я должен так, а не так это сделать? Я разницу не... Странное решение, ну ладно. Ты мило убивай. Ага. Ну, это, кстати, прикольная игра тоже. Единственное, я тут не совсем понимаю, зачем LT нужна кнопка, если есть. А, вот. Так. Чего? А, это типа мы должны... Окей. Не, ну это, кстати, прикольно смотрится, во всяком случае. Интересно, насколько это будет сложно. Ну, вопрос уже другой. Короче, видео комиксы, фигомиксы. В этом жизнь не становится, офигеть. Так, короче, убить эту херню нельзя, да? Да, нельзя. Она в любом случае будет стрелять.
Так. Блин. Ну ладно. Ну это прикольно. Блин, а как же это делать? Я не понимаю, как это сделать. Алло. Вы серьезно? Зря прыжок нажал. Все успел. Нихуя себе сделал. Блин, надеюсь, таких моментов будет не очень много. Я не хотел бы это. Смотрите, а я как бы сделал-то сделал, а что, мне дали за это что-нибудь, не? Или я типа сюда зашел, это был тупик, из которого я не мог выйти, пока бы не сделал. Ёбаный, вот это, наверное, не очень хорошая идея. Это еще и лабиринтик такой. Любопытно. Очень такая неоднозначная игра. Прикольная. Такая прям... Что-то я таких даже не видел никогда, похоже. И управление такое своеобразное очень. Она прям такая интересная связка. Смесь разных самых игр. Действительно прикольная такая, интересная. Честно, не ожидал, что вот она такой будет прикольный. Прям даже интересно. Единственное, бы похилиться бы как-то. Много демонов я получил там, где не надо было получать. Ну, дробовик это очень хорошо, но боюсь, что мне уже он не поможет. Мне осталось мало. Хотя вроде что-то прошли. Не совсем ясно, как здесь. То есть это рогалик? Или что это будет? Комбо завершается позднее. Нельзя, да, поставить потом вот это не скачаем. А, ну да. Блин, такая игра достаточно своеобразная. Внезапно достаточно прикольная.
Да, чего не знаю, которая точно. Я всегда так в начале дэм уже получаю, блин. Ого. Да, но игрулька однозначно заслужит внимания. Она довольно-таки такая прикольная. Не все пока понятно. Очень тяжело, когда новую конкретно игру какую-то, концептуально новую точно играешь, то очень сложно уследить за тем, что вообще происходит, кто по тебе стреляет. Милишки разные. Ну, это игра, в которую можно позалипать. Это я зря сделал. Да, это я зря сделал. Это я зря. Да, вроде награда. А, вот, награда дается в виде шарика. Вот что, когда делаешь. Награда дается в виде шарика. Так, а мы же, по-моему, отлично пришли на него. А. Блин, игра прям действительно интересная. Это рогалик, по всей видимости. Такой прям любопытный. Единственное, не ясно, как тут вообще хилится. И можно ли хилиться. И это проблема. Все, бегай, да. Блин, ну она слишком сложная. Я бы, не знаю, на легком как-то начинать не хочется, но, блин, она слишком сложная. Тут слишком много непривычного, и как бы она очень сложная.
очень много того, к чему ты не готов. То есть таких эффектов, которые ты не видел никогда. И окружение очень необычное. То есть из-за того, что все очень непривычно, не такое, как в обычных играх, и управление в корне другое, из-за этого очень сложно. То есть в нее надо прям долго вникать, очень долго учиться. Мне кажется, это будет многих отталкивать. Не нужно было делать первый этап такой сложный, надо было первый делать значительно проще.